Стась, иди ко мне. Давай почешемся, иди ко мне. Давай. Все, садись. Чесаться. Да. Ой, как тапочка любит чесаться. Сетька, можно я почешу Тафи? Сосиска. Вот мой зайчик. Сетя, я сейчас тебя к папке отведу. Будешь с ним сидеть. Так, все понятно. Так, подожди, сейчас я мелко отдам. Пойдем быстрее. Давай почешемся. Так, все. Почесала я фурминатором, ну вот у меня столько вышло, в принципе, неплохо. Повторюсь, что у нас сейчас линьки нету, поэтому вот раз в неделю, ну, естественно, я, наверное, 2 недели где-то не расчесывала, вот это я уже как бы сжала. Вот, так что сейчас быстренько пропылесосим, да, мой хороший красавчик? Посмотрите на вот эту вот морду. Саша чуть приболела, поэтому я сначала с Тафи погуляла, а сейчас вышла с Эдди. Но с Эдди без Тафи вообще всего боится, не может отойти вообще от двери. Я стараюсь как бы, ну, привлечь его внимание. Сэдди, иди ко мне. Но не особо получается, я вообще не ожидала, что он оказывается такой секунд без Тафки. Нет, Сэдди, нет, нет, нельзя. Слушайте, как отучить собаку есть снег? Я, короче, думаю уже купить наборник, потому что... Сэдди, иди ко мне. Потому что все-таки там могут быть и всякие реагенты, и все что угодно. Чтобы он не приучался. Причем, когда нету снега, вообще не знаю, мне слышно или нет, он вообще ничего не ест. А тут это снег, это просто какой-то... Сэдди, нет. Пойдем. Давай хоть чуть-чуть-то пройдемся. Сэдька, иди ко мне. Ну, иди ко мне. Молодец, вот, давай, набирайся смелости, давай хотя бы 3 метра пройдем, садичка. Я с утра с ними вдвоем выходила. Ох, мои нервы это не выдержали, это очень сложно было. Поэтому я решила сейчас выйти по очереди. Сэдя, ну иди сюда, пойдем. Ой, ну конечно, мы либо снег жрем, либо Сэдди нет. Пойдем, иди ко мне. Сэдди нет. Пойдем, 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 пойдем. Сэдди нельзя. Сэдди нет, нет, нельзя. Если честно, я хочу, чтобы снег уже растаял. Ну что это такое? Каждую секунду он ест этот снег. Все, Сэдди, я тебе покупаю намордник. Все. Я так не могу. Я начинаю нервничать. Ой, Сэдька, стой. Ой. Ой-ой-ой, застряли. Щеночек, да. Короче, это самая короткая прогулка была. Сэдька, ну ты как так-то? Нет, вот научился, понимаете, вот смотрит, как Стаффи делает, и тоже начал. Сэдди. Ну ты вообще манюня, я не могу. Пустите домой, срочно. Сейчас все, сейчас все будет. Ой, короче, надо было лапы даже не марать. Да, Сэдька? Ой, господи, что ты... Сэдди, стой! Стой! Сейчас самокат уронишь. Короче, он вообще даже на метр не отошел. Сэдди, стой. Господи.
Да. Вот столько радости у Сади и Тафи. Ну и что это? Ну и что это тут за красавцы такие? М? Что это за красавчики такие? Ой, кислячки. Ну, поцелуйчик на камеру. Ну, здрасте. Ну, Сетька, ну что такое? Ну, что такое? Пузо мне лижешь, зашибись. Тафулька, пару слов скажи. Они только что так мило лежали, ну, потом, в общем... Сэдди что-то услышал, начал там вот так делать. Уф, уф. Подключился Таффи, и они оба. Уф, уф. Парни, ну, Сэдик, ну, вставай. Да, конечно, здрасте, провод оставь ты этот. Сэдди. Таффи. Смотрите, там лежат мои тапки. Мой красавчик. О, ой, какой красавчик. Так, на подушку только не залезаем. Сэдди. Таффи. Кто мне лапу даст? Кто мне даст лапу? Прям побежали. Дайте лапу. Дай лапу. Лапу дай. Ой, сладкий мой, ой, ай-яй-яй, господи, какой ты стал толстый, Сэдди, ты что творишь-то? Зайчик мой, о чем ты думаешь? Как было хорошо раньше. Ой, господи. Ну, пупуся, ну, пупочка, ну, пупондрик мой. Ну, посмотри мне в глаза. Ути мой зойчик. Ути зойчик. Ребят, срочно нужно поддержать лайком. Посмотрите, какой он грустный. Что так вечер? Ну что? А все потому, что мы гуляли вечером без Сэдди, да? Видели этот взгляд? Я не могу. Он такое чувство, что он понимает все. Мне кажется, он был сегодня счастлив вечером погулять без Мелкого. Не, ну на самом деле... Сэдди! 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 На самом деле, они уже стали реально очень часто лежать прям вместе. Прям такие сладусцы. Ну, отлично, теперь мне тебя не снять. Боже, какой-то кайф, ребят, когда просто собака более-менее может лежать. Короче, Сэдди, Сэдди. Да, кстати, по поводу того... Господи, забыла. Сначала одну вещь хотела сказать, потом вторую, и обе забыла. А, вот, по поводу того, что он с нами теперь лежит, может спокойно лежать. Сейчас он просто немножко тут ходит-ходит, но, смотрите, он уже лег. Через какое-то время, ну, буквально там сейчас пару минуточек, он, не знаю, что там, пожует, и он может заснуть. Вот. А просто раньше это было какой-то кошмар. Он пытался накинуться на лицо, кусить за... Ну, в общем, мы с ним не могли лежать, потому что он сразу кусался. Вот, сейчас он может спокойненько лежать. Вот, по поводу того, спрыгивает ли он или нет. Нет, конечно, во-первых, корги нельзя прыгать, да, и запрыгивать. Я отучала Таффи и Сэдди сейчас отучаю. То есть, когда он, допустим, хочет подойти и спрыгнуть, ну, грубо говоря, да, Таффи сейчас у нас просто уже скулит, типа, он говорит, так, типа, выпустите меня, я его спускаю. Вот, и Сэдди, если он только подходит, я вижу, что, не дай бог, он сейчас спрыгнет, я такая, я говорю там, нет, стой, все на свете, чтобы он остановился, и только потом я его спускаю. Вот, в принципе, он у нас даже не под...
Ну, здрасте, ну, солнце. А что случилось? Что мне тут все это? А, классно. Нет. С вами договариваюсь, как там? Вот, так что такие вот делишки. Сэдечка, иди ко мне. Иди ко мне, бусинка. Ой, какой ты большой стал, Сэдя. Сэдя, оставь одеяло, иди ко мне, иди ко мне. О, смотри, что у меня есть. Так, сосиска. Ну, быстро сюда, иди к нам. Ну, это же самая неугомонная сосиска. Кто сегодня все какахи по полу размазал, а? Он виновен. Ой! Бусь, ты видел? Чуть не кусил меня. Ладно, ребят, все, спокойной ночи. Будем отдыхать. Ай. Ой. Ай-яй-яй. Да не ты, ай-яй-яй. Вот этот вот ай-яй-яй. Куси-куси делает. Ой!